Здорово, щеглы! С вами мы, и сегодня мы разрушаем очередную легенду. В легкозаступном месте Ленинградской области находится озеро, в котором немерено пушек, мотоциклов и танков. Да. Этот человек знает все. Он да. Спартак, а сзади наши миньоны. Они тоже могут все. У них специальные загребущие лапы, пробивающие лед. С каждым выбитым стаканом. До встречи в следующем сюжете. Мы движемся к этому замечательному секретному озеру, в котором, по-моему, лежит не только танк, но и несколько самолетов, амфибий и, возможно, даже подводная лодка. Впереди идет очень бодрый человек, который на этом озере не первый раз и точно знает, где все лежит. Привет, щеглы! А мы продолжаем чесать это озеро в поисках танка, возможно, самолета или даже броневагона. Чем черт не шутит? Возможно, Колчак зарыл здесь свое золото. Пока мы работаем, наш друг Спартак разговаривает по телефону. Возможно, это масонская ложа ему звонит. Ну, я точно не знаю. Не очень уверен вообще, кто он такой. А мы продолжаем выхаживать озеро. Что это? Танк? А, нет, это просто палка. Черт побери. А удача была так близко. О, хороший сигнал. Будем копать. Ну, а что-то небольшое. Ниже опускай. Давай назад. Еще. Пока не потеряем. А? Сюда. Здорово, щеглы! Наша операция продолжается. К нам прибыл еще редкий человек, Олег. Спартак занимается тем, чем он обычно занимается, а миньоны бурят лед. Прибор показал, что здесь как минимум долларов на 300 лежит, как бы, 400, вот так, как бы. И уже все думают, как будем делить. Трампа денег. Да. Сколько стоит КВ? Залезь в интернет. Окей, Google. Задай вопрос. Почем можно продать КВ? КВ один, цена. Лед очень толстый. Какой-то мега. А щуп? Щуп? Щупа нам не хватит, скорее всего, потому что... Я только достал до дна. А там еще жижа. Это просто... Редкие кадры. Достойные увековечения в летах. Спартак работает. Смотрите, а. И трезвый практически. Грамоту хочет. О, грамоту, наверное, хочет. Да. Надо срочно грамоту ему. С этой стороны давай теперь. Все. Это называется нищеброды, не имеют бензопилы. Вот она, вот, выходит, вот, смотри. Прекрасно, отличный вот, сигнал. Да, смотри, с бонусом. Отличная мережка, да. Да, класс. Вообще великолепно. Сигнал огонь. Что, парни, нас обманули, расходимся. Нет, это часть от дула танка, я думаю, просто такое. Натяжное, раздвижное. А наш спортивный дриллинг продолжается. Еще 3000 дырок, и пушка у нас в кармане фактически. Как вы думаете, Спартак, удастся ли из этой лунки добыть искомый артефакт? Вон они, куски уже, пушки. Куски пушки пошли, стружка пошла все, из-под этого самого, стружка, все. Матрешка-пушка. О, все, сейчас, да. Красота, снежочек идет. Резины жженой пахнет, да? Да, колесо не просверли. И вот у нас тут момент такой, так. Опачки, фига себе! Вот это да! Это ж настоящий зип от БТРа, да, 60-ки? Наверное, рыбаки, наверное, сидели. А может, этот КВшник этот перевес? Точно, да. Триплекс КВшник. Большой, да, слушай, точно, похоже. А нет, это вообще прицепляется к морде вот так вот. А, к морде?
морде даже? Да, пристегивается вот так вот, как бы. Сзади ремнем кожа. И все, да, и нормально еще. Ну, вообще огонь, слушай. Ну, вообще, я считаю, да, находка. Я думаю, что мы долларов 15 уже сегодня заработали. Олег, как давай. Минимум. Олег, да, да. О, хабар-хабар. А это какая? О, Туборг, парни. Блин, редкий выпуск 16 до 14 года. Вот смотри, какие васы. А год-то какой? Ну что? Это твои 350 тысяч фунтов. Это пушка. Мы разрушили еще очередную легенду пушечного озера. Ни пушек, ни самолетов, к сожалению, не оказалось. Оказалось много снега, куча баночек. Спартак опять облажался. Как всегда. Да, получается. Дайте я отрублю Олегу ногу. Давай. Выкопав неимоверное количество ямочек. Смотри, в земле. Но есть же теория, что это может быть на ПМВ, да? Да. Ну вообще, да, да, можно кормуху быть. 1900. Да? 16? Да. 1914. Да, видно, да, подготовка. Все. ПМВ идет. Да, в музей. Да, да, в музей. В музей Капитал Шоу «Поле чудес» передаем. Да, вот. Специально взял сумочку. Нет, все, я взял сумочку. У меня есть сумочка для Хабара такая специальная, специализированная. Она набита битком уже полезными вещами. Ну, всякими телевизионными приемниками и прочим. Поколением. Давай, закапывайте обратно. Потом пусть... в следующем году опять так же. А поехали. Давай, опять. Алюминька, смотри, какая. Алюминиевая? Ты что ее рубишь? Ты что? Ты вон по ней прям бегаешь. Отдирать курицы все уйдут, ты чё? Ну, такое не может быть. Николай? Наконец-то фортуна на нашей стороне. Мы нашли очень-очень редкую вещь. Она вмерзла, правда, в лед, в грунт, в гидромассу уходит постепенно. Вот, если вы можете смотреть, это на специальном сохране таком, многосоставная. Вот, смотри, еще. Полезно. Ух ты, фига себе, по-любому. Это по-любому, да, СБ. Да, вещь такая нечастая. Думают, ну да. Конечно, прославимся мы, однозначно. Даже Спартак оживился, вон. Смотри, как копает. Ты не ломай давай, ты уже все. Ус. Да запикать приходится все это. Вот это капак, может, ножки какие-то подпорные. Носилки для баратина, ёпта. Не баратина, деревянные были. Отсюда рыбу уносили, наверное, носилку. Рыбу? Какую-нибудь очень, да, дорогую. Лахнесса как-то. Не, мне кажется, наверное, все-таки это стул. Просто одной нет. Большой сраный какой-то. Ну. Ну, все-таки почти пушка. Не соврал, значит, старик. Не обманул. Ну что? А? Вещь? Ну, станок, это МГ, ёпта. Станок МГшный? Да. Да, МГшный станок, чё. Облегченный. Модель МЖ. Фига. Наверное, вот так он может делаться, да? Наверное. Это, наверное, шезлонг. Ну, все. Ложись, Спартак. Спартак, ложись. Блядь, мы раскопали пляж, ёпта.